9 мая в эфире телеканала «Самара ГИС» стартует многочасовой интерактивный телемарафон. Это наша победа, это надо сберечь. Весь праздничный день мы в прямом эфире вместе с вами будем вспоминать подвиг куйбышевцев, которые ковали победу в тылу. К станкам вставали все – дети, женщины, старики. Люди жили на заводах, здесь же спали, ели, учились, чтобы приблизить победу. Если вы сами или ваши родственники трудились в годы войны на куйбышевских оборонных и промышленных предприятиях, звоните нам в эфир, присылайте фотографии ваших героических предков. Давайте вместе вспомним всех. 9 мая на телеканале «Самара ГИС». Проведите этот день с нами. Это наша победа. Это надо сберечь.